Привет, дорогие друзья, меня зовут Артур, и в этом видео покажу, как быстро открыть порты на вашем компьютере. Знаю, тема очень старая, древняя, но может кто-то не знает, и я буду рад только помочь. Для начала есть два способа открытия портов. Первый через браузер Windows, второй через Torrent. Скажу честно, первый способ у меня не работает. Не пойму, почему, но это лично у меня, у других все получается, все открывается. Давайте я вам покажу, как это сделать. Заходим в пуск, панель управления. Находим наш браузер Windows, вот он, открываем. И здесь во вкладке «Общее» он должен быть у вас выключен. Выключаем его, если он у вас включен. Выключили, переходим в «Исключение». Выбираем «Добавить порт» и вводим имя или название, что хотите. Я введу свое имя. Далее номер порта, который мы хотим открыть, пример 27015. Здесь вставляем все как есть, порт TCP, нажимаем «Ок». Повторяем процедуру. Имя, что и предыдущим. Ой, что-то не то я ввел. Номер порта 27015, но здесь уже меняем порт TCP на порт UDP. Нажимаем ОК, ОК, закрываем, заходим в наш браузер, чтобы проверить. Переходим на сайт 2ip.ru, я добавлю в описание. И здесь внизу будет проверка порта. Вот, выбираем проверку порта и вводим наш порт, который мы хотели открыть. Жмем проверить. И у меня порт закрыт. Повторюсь, это только у меня он закрыт. У вас он должен открыться. У вас должно все получиться. Закрываем и переходим ко второму способу. Второй способ, он более эффективен. Это способ открытия портов через торрент. Заходим в наш торрент, выбираем настройки. Настройки программы. Переходим во вкладку соединения. И здесь будет настройка порта при входящих соединениях. Здесь у нас левый порт стоит. Меняем его на тот, который нам нужно открыть. 27015 или любой, который вы хотите. Жмем применить, окей, закрываем и заходим проверять. Переходим на сайт 2ip.ru. Выбираем проверка порта и вводим наш порт. Жмем проверить и смотрим. Порт открыт. Все получилось. И у вас все должно получиться. Если у вас какие-то ошибки возникают или что-то еще, или вы что-то не поняли, напишите в комментариях, я вам все объясню четко и ясно. Да, еще хотел сказать, чтобы ваши порты порт оставался открытым, нужно не выходить с торрента. Если вы выйдете с торрента, порты автоматически закроются. Вот пример, мы вышли с торрента, нажимаем проверить и порт закрыт. Вот, не выходите из торрента, если вы хотите, чтобы ваш порт оставался открытым. Вот, в принципе, и все. Всем спасибо. Удачи.